Всем привет! Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале Baby Go! Давай помашем ручкой всем, Динечка! Всем привет! И сегодня у нас игра в наперстки, которая нам позволяет развивать внимание и память. Внимание, потому что у нас разные цвета, и, собственно говоря, и память тоже. И мы будем сейчас на перстке прятать кубик. Например, вот этот вот зелененький, да? Спрячем и будем его искать. И, соответственно, вы увидите, как работает память и внимание у ребеночка. Особенно, если он знает, какие цвета, и может запомнить. Под кубик какого цвета мы положили наш искомый зеленый кубик. Динечка, давай я его спрячу. Или ты хочешь сам спрятать? Окей. Давай, прячем. Прячем кубик. Так. Запомнил? Где кубик-то? Вот здесь. Хорошо, а если папа помешает? Давай папа спрячет в зеленый. Оп. И мешаем. Мешаем, мешаем. Мешаем, мешаем, мешаем. Где кубик? Ох ты! Ты сразу нашел. Все правильно? Дэн, давай еще разочек попробуем. Давай усложним задачу и возьмем 4 кубика. 4. У нас теперь 4 кубика. И мы шарик спрячем в один из них. Вот этот будет оранжевый. И помешаем. Оп. Мешаем. Кручу, верчу. Денечка, где шарик? Нет, не угадал. В оранжевом был шарик, помнишь? Нашел. А давай еще раз спрячу. Спрячу его в голубом. В голубом. Ты помнишь цвет? Так, так, в голубом. Ох, ты нашел сразу. Ну, как вы видите, в принципе, если ребенок цвета знает, то он может найти, вспомнив цвет. То есть не только на внимание задачи, но и на цвета. День. А кубик какого цвета? А давай мы с тобой спрячем шарик в кубик. Денюш. Какого цвета вот этот кубик? Красный. Вот видите, то есть как бы, если он запомнил кубик какого цвета, он может найти шарик по цвету кубика. Все просто. Ну а с вами был Baby Go. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока, ребята. Пока-пока. Молодец.